Чем коллекция отличается от предыдущих? Вот что в ней такое вот? Ну, так как это первая летняя коллекция, чем она отличается? Вдохновением, легкостью, прозрачностью, комбинацией фактур. Отличие от зимы, естественно, это летний сезон. Мы другими историями вдохновлялись, больше летними, да, когда наша героиня в ритме нашего города куда-то отправляется, да, в какой-то другой город, или в путешествие. Поэтому здесь у нас представлены изделия как для города, да, такие городские, офисные могут быть костюмы, очень комфортные для летнего сезона. И плюс ты, главное, перемещаешься в какой-то другой город или в какое-то путешествие. Ты можешь одеть полупрозрачную тунику, легкие брюки, вискозные рубашки, комплекты. У нас очень красивые длинные рубашки, прям для таких путешествий. И поэтому, ну, наверное, этим это отличается. А плюс мы еще даем очень интересное, у нас есть принтованная коллекция, и стараемся как-то подчеркнуть наши фактуры еще в других коллекциях за счет стежки, например, материалов, да, каких-то интересных фактурных плетений внутри коллекции, да, навязанных изделий. Ну, в общем, а вот скажите, пожалуйста, потрясающие цвета, и голубой, и зеленый, зеленый особенно. Да, как вот, как нашли вот этот цвет, вот этот тон, и одновременно он вроде бы и яркий, такой прям радостный, да, и в то же время он элегантный, он не вычурный, вот не броский, вот в таком не очень хорошем смысле слова, да. Вы знаете, наверное, как нашли, естественно, искали, естественно, подбирали. У нас очень тонкая подборка цветов идет внутри вообще полной коллекции. Мы никогда не концентрируемся на какой-то одной, да, цветовой гамме. Мы стараемся раскладывать цвета, которые у нас представлены в целом будут в зале целиком, и чтобы они могли комбинироваться между друг другом. И когда мы смотрели в разрезе нашего белого, бежевого, черного, принтованного, голубого, мы поняли, что именно этот зеленый нам классно будет подчеркивать все остальное. То есть, да, мы позиционируем монохромные коллекции, но, тем не менее, внутри них тоже можно одеваться. То есть мы не говорим, что нет, вы одеваетесь только зеленый. Это было бы круто, но можно и комбинировать. И эта комбинация тоже очень красивая. И поэтому вот таким образом нашелся этот зеленый, чтобы было красиво и свежо, и по-летнему такая комбинация представлена. Спасибо. Ну, успеха коллекции. Спасибо, спасибо большое.